Матч между дублерами мини-футбольных клубов «Тюмень» и «Ухта» в рамках первенства высшей российской лиги в любой другой ситуации вряд ли мог вызвать такой интерес. Но только не в том случае, когда за хозяев в целях получения игровой практики сыграли Артем Антошкин и Сергей Логинов. Правда, с их возможностями мы знакомы отлично. А вот на что способен новичок черно-белых Руан – не очень. А потом и наша съемочная группа отправилась в Ялуторовск, дабы оценить дебют бразильца. Посмотреть на бразильца, да и не только на него, в городе декабристов собралась солидная армия болельщиков. От мала и до велика. Руан был впечатлен. Да, я действительно был немного шокирован, увидев столько людей. У Бразилии на подобных играх не всегда, то есть не всегда посещают столько большая такая публика, поэтому всегда приятнее играть, когда они есть. Делать выводов по игре бразильца пока не стоит. Видно, что техничен и обладает хорошим ударом. Умеет выдать и пас, правда, партнеры не всегда его подарками пользуются. В принципе, хороший перспективный молодой игрок. Понимает игру, владеет мячом, техника присутствует. Набирающий форму Антошкин в матче против дублеров «Ухты» отличился. В привычном стиле. Соперников перед собой он просто не заметил. Долгая пауза опять получилась. Можно все соединить в общей сложности. Почти год получается. Да, тяжело видно, я думаю, со стороны. И сам чувствую, что тяжело. Надо работать, чтобы возвращать свои былые кондиции. Вскоре забил Руан. Правда, поздравлять с дебютным голом в форме Тюмени партнеры не стали. Открыл счет голам в Сибири он мячом в свои ворота. В следующих матчах я уже буду лучше думать, то есть принимать решения более правильно перед тем, как попадать в такие же ситуации. И сегодня было такое, то есть мой рывок, который я мог избежать и избежать, соответственно, автогола. Ухтинцам Руан не забил, но голевым пасом все же отметился. Правда, победить это не помогло. Сильнее оказались парни из Коми. 5-3. Это была моя все-таки первая. Я после всей адаптации, после дороги, после нескольких дней в России, то есть все новое для меня, да. И я надеюсь, что следующие игры будут лучше и уже можно будет развернуться на полную.